Всем привет, ребят! Мы снимаем Майнкрафтик. Это на нормале мы играем, да, ребят? Короче, ребят, мы сейчас будем играть в Майнкрафт. Да ладно, это мой дружбан Игорь, Оня. Подруг. Привет. Да, давай, пока. И мы сейчас зайдем. Мы. Новый мир Фисенко. Мы зайдем. Мы создадим свой новый мир, ребят. Готовка. Нет. Мы играем в такой Майнкрафт, новая версия, рыбатки. Ребята, если что, Владик любит наш Фисенко. Нет, ребят, это все ошибка. Другой Владик, да? Да, другой Владик. Короче, ребят, мы сейчас будем снимать наш YouTube-канал. И как мы свой общий YouTube-канал назовем? Питерский обзоры. Нет, питерский Владик, крутой игр. Давай у тебя второй канал, это будет, это мой канал, давай. Пишем Владик Скворец. Нет, Влад, просто напишем мое имя, Влад. И, ребят, давай я хочу заходить. Нажимайте лайки, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. И, ребята. И, ребят, мы начинаем играть. Все, и мы начинаем. Сейчас мы будем искать деревню, потом уже искать. А скоро мы снимем ролик с Настей Фисенко. Да, мы это скоро сделаем, но не сейчас. Как вы думаете, ребят, какая лучшая броня? Какая лучшая броня? Алмазная, изумрудная или незеритовая? Как вы думаете, ребят? Незеритовая. Ребят, как вы думаете, мы можем победить разбойников или как? Ребята, возможно, вы можете? Знаете, но Настя Фисенко позвала меня в гости, но она отказала ему. Да. И мы, ребят, тебе отказала, и Владик отказала. А мы хотели к ним в гости пойти. Да? Владик в гости, да? Да. И она обманула. Он не совсем обманула, но просто не захотела что-то. Сказала, что не сможет прийти, хотя сами договаривались, да? Да, мы договаривались с ней, и она не хотела. Она не хотела. Лолипоп хотели. Мы снимаем Бравл Крафт. Ой, Майнкрафтик. Примерно. Нет, стой, тихо, да. Заткнись. Не прему, блин. Я главный. Короче, ребят, мы снимаем питерский. Мы снимаем питерский обзор. Мы крутые ребята. Нет, крутые бомжи. Нет, крутые чуваки. Нет, лучше крутые чуваки. Ты что, дурак, что ли? Что, дурак? Я по лесу, я иду. Братан, мы настоящий снимаем клип о Майнкрафте. И только в кожаных штанах. На железных сапогах. И мы... В кожаных штанах. Ребят, как вы думаете? Каждый день ищу. Ребят, напишите... Ребят, напишите... Да стой, тихо. Напишите в комментариях, как вы думаете, что лучше? Какая вам нравится броня? Ой, не броня, а какой вам нравится? Какая вам нравится деревня? Лето, зима, зимняя или песочная? Как вы думаете, ребят? Давайте будем. Подпишитесь на канал. И мы сейчас будем снимать Майнкрафт, да? Братан, да. Как ты думаешь? Давай в следующий раз. Ребята, извините, но я на предел. На предел? Какой предел? И, ребят, мы что-то первое нашли. И смотрите, мы нашли сломанный портал. Владик, идем туда. Смотри, что я нашел. Это старый эндермир. И как вы думаете, ребята? Зажигалка, топор. Как вы думаете, что взять? Топор. А зажигалку и тоже пригодится, да, ребят? Да. Это дом компота. Это не дом компота, а портал Вендер. Вендер чат. Нет, Вендермир, дебил. Ребята, я реально ногу сейчас. Короче, ребят, мы не понимаем, что делать, мы дебилы. Ребята, кухарец, кстати. Да, блядь, по имени, сука, называй меня. Ребят, если что, да, блядь, по имени Влад. Ребят, как вы думаете, что лучше, Влада 4 или Кобяков? Канал. И, ребят, вы что-то видите там вдалеке? И мы нашли деревню, правильно, ребят. Деревня Компота. И мы нашли деревню Компота, и смотрите. Ой, я напердел что-то. Ребят, если что, не подписывайтесь на его канал, потому что он пердежник. Он человек-пердюн. А, нет, человек крутой. Или человек пердюн все-таки. Подпишитесь на мой канал. Нет? Да, кстати, тоже подпишитесь на мой. Левого чувака позвал сниматься. Чуваки, а вы что такие? Ребят, как вы думаете? Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, нам взорвать в следующей серии? Взорвать динамит или как вы думаете? Подписывайтесь. Владик женился на Диане. Нет. Ну, есть у меня девушка Диана. Ну да, бывает пароль.
И, ребят, я сейчас делаю... Владик в колготках или нет? Так, подпишите. Нет, я не в колготках, я в штанихах. Нет, штанишка. А у чего у тебя такие холодные штаны? Ребят, смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас зарвем. Ребята, Владик, не холодно? Нет. Как вы думаете, ребят, подпишитесь на комментарий. Владик, а ты брёдер? Нет, никогда. Никогда. Ребята, вообще говорят, что брат Влада коронавирус. Нет, неправда, ребят. Ой, близнец. Ну, у меня есть пароль брат, но бывает такое, да? Смотрите, ребят, это обзор крутые ребята. Ой, крутые чуваки. Как вы думаете? Как ты так сделал? Ребят, как вы думаете, что нам сделать? Он что, сферу построил? Нет, ребят, я сделал большую горку динамита и смотри, что я нашел. И что это такое? Не фиг знает. Фиг знает, что это такое. Влад, ты испугался? Я нет. А ты как думаешь, ты испугаешься, если Владик. Я перну? Да. Может, откуда говно воняет? Не от меня, от тебя, походу. Ты пердел много раз. Ребят, я что-то нашел. Примеру, самба или хэму. Как вы думаете, какая песня крута? Или Моргенштерн, или у меня проблема. Ламба или ферма. Примеру, самба или проблема. Не, у меня просто от снега, от холода такие штаны. Вот я пельмешку принес в Майнкрафт. Братан, не надо мне пельмехи твои. Я знаю, как ты водку пьешь из них. Ребята, Владик, я продукты красная цена. Макароны красная цена. Ел? Нет, а ты? Я нет. Кстати, это разговорный ролик, это подсказ такой. Это вот что я не могу. Ну, бывает такое, да. Замолчите, говнюки. Я не вам, ребят. Если что, это я говорю так. Короче, по... А, ребят, мы крутые. По башке, да. Мы барабашки, башки. Мы башку сломаем. Ребята, последнее видео... Ой, второе видео будет завтра. Ой, сегодня. Если вы хотите подписаться на канал... И всем там... пока-пока. А давайте постучим в жопу. Нет. Можно посмотреть теперь.